Отель или Остас, или Осташ, я не понимаю, как уже правильно. По идее, Осташ, да? То есть, вот, пожалуйста, запомните. Он вообще прям в центре, прям вообще все вокруг. Где есть поесть, попить, погулять. Малюсенька ресепшн. Вот здесь вот завтракают. Давайте пройдем дальше. Wi-Fi бесплатный, дают при заселении пароль. Наверное, 15 пешком минут до центра. Наоборот, предложение. Главное, сказала. Это я уже снимала. Это для ленивых, кто выходить не хочет. Заселяют в 2, выселяют в 11. Маленькие. Так вот там куча кубков есть, что? Сама хозяйка печет на завтраке. Бывший хозяин, то есть хозяин этого отеля, он футболист. Он там очень много кубков. Это такой милый, уютный домашний отель. Сейчас номера посмотрим. Это терраса, где курят. Да. И номера с другой стороны тоже. Да, здесь двухместных и здесь апартмент. А, из них можно вообще классно выходить на террасу. Смотрим номер. Вот он номер. Возможности при сделке. Это еще вас не обсадили двумя особами, так сопочитала за булочку. Вот он. Приправили. В принципе, милый номер. Номер двухместный, можно трехместный. Чисто, очень. Это сказание, что как апартамент, только каким ключом открыть? Там должно написано. О, у меня есть два ключа. Апартаменты. А тут второй. Короче, я так понимаю, что если надо, то продается один номер. Если нет, то два. Если нет, то два. Продолжаем. То есть вот он. Первая комната. А что с туалетом? А что там? Чего нет, он не работает. Как это? Потому что много воды в туалет. Туалет. Может, кто-то писал, не знал. Там такой же, да? Да, точно. Ждем. Куда едем? Вниз. Едем. Ну вот, это как. Можно бы сюда? Так. Вот она, вторая комната. А здесь диван есть. Ну да. Там не было. И дальше. Душ. Душ. Вот. Есть лифт, лифт очень маленький, поэтому, в принципе, можно ходить пешком, но пешком ходить не очень просто. По ступенькам понятно то, что, ну, как бы хозяин футболист, и ступеньки для таких хороших, накачанных ног. Вот. Мы идем, попутно спускаю, ну, включаются фонарики. Честно, я бы одна не рискнула тут идти. И последний пролет. И
И мы спустились. В принципе, отель милый, можно продавать, как минимум он чистенький.